кстати, чуть не опоздал. Ой, так, быстренько. Форточку пошире и зарядочку. Раз. Ну, давай, пробежечку, давай. Быстренько, давай. Пойдем, побежим. Присел. Прилег. Присел. Прилег. Присел. А че я, собственно, тороплюсь? Ну, опоздаю. На полчаса на работу. Ну что, будет землетрясение? А интересно, будет землетрясение? Если я на полчаса на работу опоздаю. Или не будет? А на час приду позже, что? Будет светопредставление? А если я сегодня вообще на работу не пойду? А, как интересно! Я на работу не пошел, а мир-то вверх тормашками. А я лежу себе, лежу. А в чем дело? Один на работе стоит, вертикаль. Другой сидит, перпендикуляр, а третий вот принял горизонталь. Вот лег и буду лежать, кому какое дело. Может, самая продуктивная поза и есть. Ну, пойду я на работу, пойду. Ну, что будет? Да то, что всегда. Я прихожу, он уже мне звонит, мой коллега. Я снимаю трубку, говорю, его нет. Это я про себя. Набираю номер, звоню ему. Он снимает трубку, говорит, его нет. Это он про себя. Тогда думаю, чего зря сидеть? Пойду к нему, подожду его у него. Прихожу, спрашиваю, что его нет? Нет, говорит, он к нему пошел. Я спрашиваю, кому к нему? К вам. Я тут же набираюсь, спрашиваю, что сидишь, ждешь? Да, сижу, жду. Ну что ж, придется мне подождать. Так сидим, ждем. Он меня, я его. А что, все правильно. Где мне его ждать? Конечно, у него. А ему где меня ждать? Конечно, у меня. Иначе так все перепутается, что сам себя не найдешь. А тут и искать себя не надо. Вот он я, весь тут, у себя под одеялом. Мне на работе, конечно, тоже можно так. Тяп-ляп, шаляй-валяй, но всегда рискованно, всегда страшно. Мало ли что, комиссия, ревизия, начальство нагрянуло. Подать сюда Ляпкина, Тяпкина, тяп по Ляпкину, ляп. По Тяпкину. Конец Тяпкину, крышка Ляпкину. А так, где Тяпкин? На объекте Тяпкин. Может, в командировке Ляпкин? Может. Может, заболел Тяпкин? Может. Все может быть. Нет Тяпкина, нет Ляпкина. На работе надо ухо востро, все время на чеку. Зачем же рисковать на работу ходить? Ну, под одеяло залез и лежи. Лежачего, как известно, не бьют. Я не сразу свое место в жизни-то нашел. Не сразу. Сначала-то к станку встал. Час стою, два стою, чувствую, ноги гудят. Голова трещит, и мастер-гадюка пристает. Сколько плана дал, сколько деталей сделал. Я на стройку подал, стал кирпичи класть. Час кладу, два кладу, чувствую, спина ноет. Все же на ветру. Летом дождик, зимой снег, а не словом стужа. И прораб-дьявол пристает. Сколько кирпичей положил. Ой, нет, думаю, без высшего образования, как собака, пропадешь. Получил высшее, заочное, без отрыва от стужи. Огляделся, смотрю, конторы, главки, учреждения, институты. Народу много, а что делает каждый, непонятно. Вот это по мне. Приглядел себе местечко, стал на работу ходить, баклуши бить, очки втирать, бачки отращивать. Телефон на столе, алло, его нет, это я про себя. Звоню ему, он снимает трубку, алло, его нет, это он про себя. А сам интересуется, а где же он? Так тары-бары насчет тары. Глядишь, рабочий день кончился. Сначала тоже ко мне стали приставать. Что ты сегодня сделал? Кто я? Да, ты. Сколько ты сегодня сделал? Чего, спрашиваю. Ну, того, чего ты должен сделать. Сколько? А чего я должен делать сколько? Ну, того,
чего ты должен сделать, того и сколько. Я подсказываю, может, деталей? Нет, говорят. Кирпичей, может? Нет. А чего, спрашиваю? А того, чего ты сам знаешь. А сам, я говорю, я ни черта не знаю. Ты что, издеваешься? Я говорю, я не издеваюсь. Я ставлю вопрос ребром. Вот мне сперва найдите единицу измерения моего труда. То есть чего, когда, кому и сколько, вот тогда с меня и спрашивайте. А пока вы эту задачку не решили, вы меня не беспокоите. Нет, 5 и 20 это святое дело. 5 и 20 я прихожу, потому что я знаю чего и сколько. А остальные числа на работе торчат. Что вы? У природы надо учиться. У природы. Она ведь чему учит? Не высовываться. Как камбала. Камбала-то как? Она ляжет на дно, расплющится так, аж два глаза на одну сторону выворачивает. Ни одна акула ее не заметит. Природа. Это же миллионы лет. Это процесс. Это же мудрость какая. Это вот эти вот динозавры, бронтозавры, эти дуры шестиэтажные. Ходили у всех на виду, выпендривались. Эволюция грянула, грянула эволюция. Где они теперь? Где? Ну что, где? А? Чего-то не видать, а? А клопы, между прочим. С тех пор и по сей день клопик, он маленький, он чуть что, раз, под листик, под одеялко. Все вымрут, он будет жить вечно. Потому что не высовывается. Алло? Что? А его нет. Нет его. Что? А, он к нему пошел. Да, это он про другого клопа. Уборщица 3 дня на работу не выйдет. Уборщица. Они все в грязи по уши завязнут. И стопник забюллетенит. Они все перемерзнут, как мухи. А я на работу не выйду. Никто не заметит. Ни один человек. Кому я нужен? Никому. А мне кто нужен? Никто. Ну, предположим, пойду я на работу. Не, я говорю, предположим, пойду я на работу, протиснусь я в автобус, какому-нибудь работяге места не достанется. Опоздает он на завод, он расстраиваться будет. А останусь я дома. Одно место в городском транспорте освободится. Значит, кто-то вовремя на работу приедет. Это же польза обществу. Теперь у нас на работе народу много, места мало. Все дышат. Причем каждый вдыхает кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость. Я еще курю по 2 пачки в день, останусь я дома. На работе воздух только чище будет. Потому что конкретно пользы от меня. Давайте откровенно. Какой к чертям из меня специалист? Образование-то у меня какое? Заушное. Меня ж за уши тянули. Ну, интересы у меня какие были? Киношка, танцы. Ну, перед экзаменом всю ночь зубришь. Утром экзамены сдал, днем все из головы вылетело. Вечером опять танцы. Так что если я уж работать начну, я такого наворочаю, таких дров наломаю, такую кашу заварю, 3 института 5 лет расхлебывать будут, не расхлебают. Ни один диверсант столько вреда причинить не сможет, сколько я, если я только пальцем шевельну. Поэтому из государственных интересов меня к этой кровати привязать, привинтить, приварить надо. Чтоб я, не дай бог, на работу не сорвался. Между прочим, кровать-то большая. Вон сюда сколько можно специалистов уложить. Таких вот, как я. И вот как прикинешь на электронно-вычислительной, какая от меня государству польза, если я на работу ходить не буду, это же тысячи, миллионы рублей, то поймешь, что такую мелочь, как 5 и 20, можно было бы и на дом в кроватку прийти.
Марина!